Здесь кто-то есть? Это я! О, привет! Привет! Ах, Чар, да! О, Господи Иисусе, как ты это сделал? Я просто спрыгнул вниз и сразу нажал вперед. Окей, окей, я понял, тут нужно быть очень аккуратным. А ну-ка повтори, как ты это сделал? О, Боже! Да, вот так я это и сделал! Кажется, я кого-то видел. Я уверен, что я кого-то видел. Они апельсины! Они апельсины! Нет, нет, нет! Нет, ты врешь! Не стреляй в этот апельсин! Да, не стреляй в этот апельсин! Ну и, пожалуйста, не стреляй в него! Так, так, так! Что это у нас тут? Мальчик, эти бананы еще не созрели! Эти бананы еще не созрели! Их еще нельзя есть, так что приходи в какой-нибудь другой день, Луи. Я не такой глупый! Нет, ты такой! Я знаю, что ты кружка! А вот и нет! Бежим, Венос, бежим! Бежим! Да, давайте, пошевелитесь! Пошевелитесь! Капец, Венос выглядит таким напуганным! Это ты выглядишь напуганным! Ты выглядишь напуганным, не я! Кто из вас связка бананов? Никто. Кто из вас связка бананов? Нет, только не бананы, пожалуйста! Кто из вас бананы? Нет, мелкий мазафака! Окей! Теперь который из бананов я? Давай, Луи! Допустим, этот! Нет! Прикольно, что он думает, что ты там. Я рыба, парни. Видите этот аквариум? Видите этот аквариум? Я рыба. Ты глупая рыба. Я долбаная рыба. Прикол в том, что в Пробханте иногда видно красные имена. О, да, это прикол. Это очень весело. Это очень весело. Он был кружкой. Теперь вы его никогда не поймаете. А чёрт? Где он? Где он? Где он? Вы меня не поймаете. Как вы смогли его упустить? Да! Да! Мы победили! Парни, когда вы выстрелили в тот апельсин, я думал, что мне хана. Отвечаю. Венос, я вижу тебя! Серьезно, ты видишь его? Не, не знаю, понятия не имею. Может, закроешь дверь? Капец! Прыжок! А, да! О боже, о боже! О боже! Он просто растерян! Так. Значит, кто-то... Значит, кто-то рядом. Где же он может быть? Я примерно догадываюсь, где ты есть. Не хочешь подпрыгнуть еще раз? Нет. Ты уверен? Да, я уверен. Я вполне уверен, я не хочу прыгать. Где же ты есть, мазафака? Да ладно, не будь сыкуном! Не будь сыкуном, прыгни! Сейчас, сейчас, прыгни! 3, 2, 1, прыжок! О, боже, я видел его! А, твою ж за ногу! Мелкий сучонок! А тем временем Брок отдыхает в тенечке и в ус не дует. Это полиция! Вы окружены! Нет! Выходите с поднятыми руками! Нет! Куда ты делся? Я не взорвал его, он здесь, он сзади тебя! Взорвите его гранатой! Как он вообще выжил? О мой бог, вау! Вы не сможете поймать его! Вы не сможете поймать его! Он слишком маленький! Да! Оки-доки! Давайте шмальнем гранатами в центр арены! О нет, о нет, о нет! У вас не такие крепкие яйца, чтобы вы все вместе это сделали! Еще какие крепкие! Окей, а чёрт, мне повезло! Ты единственный не стрелял, давай, Луи! Стреляй прямо туда, Луи, стреляй! Но я не хочу убивать сам себя! Просто сделай это, Луи, просто сделай это! Ты убьешь его, он где-то там! Я что, похож на Ноглу? Я не хочу этого делать, о мой бах! У меня 10 хп, если я шмальну, мне хана! Ты должен попробовать! Я верю в тебя! Ты должен убить себя ради команды, чувак! Эван, как они смогли подобрать тебя?
Что? Это он? Я выбью из него все дерьмо, если он этот стул. Ладно, ладно, давай посмотрим внимательнее. У нас еще 2 минуты. У нас получится, чувак, у нас получится. У нас получится. А ну-ка посмотри по сторонам. Он что-то делает. Он газета, он газета, он полез на второй этаж. Делириус, у нас для тебя плохие новости, у тебя плохое зрение. Да? А, блин. Погодите-ка. Да ладно! Не может быть! Это капец! Я видел его имя! Я видел его имя, когда он пробегал! Ты видел только имя? Ты угораешь, Делириус? Даже не знаю, как ты увидел мое имя. Обо мне вроде ничего не писали в газетах сегодня. Я видел твое имя. Это была хорошая новость или плохая? О чем вы? Я видел его имя. Делириус, он был газетой. Он упал прямо у тебя перед лицом, и ты его не увидел. Нет, я увидел только его имя. Это все, что я увидел. Понятно? Боже. Луи. Что? Кажется, он у тебя за спиной. Смотри! Нет, это стул! О, я вижу его! А я ничего не вижу! Ты уверен? О боже! О боже! Это был он? Беги, беги! Да, это он, это стул! Ага! Он превратился в стул в самом конце! Вау, какого, что за... Что это была за хрень? Какого черта? Ты убил сам себя унитазом? Да, реально, что это было? Нет, я просто... Просто на этой карте есть унитазы-убийцы, парни, осторожнее. Держите свои жопы подальше от них.